Трудно выразить словами мое удовольствие. Но я вот так вот скажу. Мальчики и девочки, в свое время очень плохую шутку сыграл наш Госфильмфонд. А было дело в 82-м году. И мама меня притащила на фильм, до 16, кстати. И после этого фильма я понял, что в СССР мы никогда не будем делать такие автомобили. Что за фильм? А фильм такой был, «Конвойчик». Помните, ну там, расовая дискриминация, там, проблемы у водителей и дальнобойщиков. Но в этом фильме нам в первый раз показали настоящие грузовики, сделанные в Соединенных Штатах Америки. Автомобиль 2002 года выпуска. А что за машины американские сидельные тягачи? Ну, это все капотники. Почему? А потому что именно капотные автомобили наиболее безопасны как бы для водителя. А вот теперь мы с вами поговорим о грузовиках от Volvo для транспортировки грузов между городами и внутри. Та же самая структура, только она чуть меньше, траков от океана к океану, и в бытность имеет к VN добавочку M. Их также много. Но вот здесь мы видим слипер, то есть место для двух водителей. Но, как правило, расстояние внутри страны у них маленькое, и слиперов не так уж и много. Вот взять, к примеру, VNM200. Так это специалист по небольшим дорогам. Замечательная управляемость и вперед. Но вы и понимаете американцев. Круче делается так. Сзади добавляется еще и нормальная двухспальная кровать. На день-два. И вы можете спать и на своем месте. К сожалению, то, что мы вам можем показывать, уже не делается. Для таких штуков есть VNL-ка. Но посмотрите на передний бампер, он выше, то бишь по сути и для нас VNM-ка лучше. Все остальное то же самое, комфорт для водителя. Вообще вам надо понять, тот кто за рулем, и вот на нем реальная ответственность за ваш груз и находится. Некоторым из нас глубоко начихать на того, кто ваш груз перевозит, но это неправильно. Суть ваша – доставить груз, не растрясанный по фуре, доставить целый груз. И пусть иногда, а может быть и чаще, при плохих или при никаких условиях водитель поспит. Надо понимать вашу опасность. В некоторых случаях он может поспать и не в мотеле, а в своем грузовичке. Поэтому, нормальные господа, больше внимания. Я, конечно, понимаю, что вы хотите в срок, но не надо сроки навязывать на водителя. И вот тогда станет все в порядке. К вам приедет нормальный и выспавшийся драйвер, отдаст груз и далее в путь. Но для такого водителя круче америкосов как-то и не придумано. Вы, конечно, можете втирать и объяснять, что Nissan Diesel – это круто, но Nissan Diesel, по сути, для Японии, там расстояние между городами не такое и огромное. Кроме всего прочего, вы можете ему давать. И европейцы, еще раз напоминаю, Европа, ну, если Европа, то это, грубо говоря, 2-3 области российские, представляете, да? У нас пространство выше, выше, и не надо парить мозги. Если у вас большой транспортный поток, то лучше америкосов вам не найти. Это уж поверьте мне. Конечно, нам надо тоже понять, что Россия в 3 раза круче Америки. То есть там от океана до океана это хорошо. У нас это в 3 раза больше, если брать от Камчатки до Санкт-Петербурга. У нас и пространство больше, но какого фига мы это не понимаем, а? Там, где пространство выше, только капотники и работают. Хоть места для жизни хватит всем, а жизнь на дороге, это главное.